На треть выросла заболеваемость туберкулезом среди несовершеннолетних в Карагандинской области. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за 5 месяцев этого года среди детей рост составил почти 30%. Среди подростков 37,5%. Врачи бьют тревогу. Они связывают рост заболеваемости среди детей с отказом их родителей от прививки БЦЖ. С начала года более 600,5 новорожденных остались непривитыми. Правда, больше половины из них по причине медотвода, говорят специалисты. Туберкулез – болезнь распространенная. Инфицирован каждый третий житель Земли. Дети более подвержены этому недугу. Отказ от вакцинации составил 4%, по другим причинам 0,6%. Недостаточный охват новорожденных прививками против туберкулеза вызван в первую очередь низкой санитарной грамотностью среди будущих матерей, а значение вакцинации в профилактике туберкулеза.